Это вы его пьете? Это Бучка, ты компот пьешь? А из чего он сделан? Из яблок. А еще? Добавляются всякие фрукты, но не овощи. Вы помогаете папе его резать? Да. А он вкусный? Да. Очень. А мы туда сахар добавляем? Да. А что мы добавляем туда, чтобы такой был цвет такой, как бы такой золотистый? Какие яблоки. Ягоды? Какие ягоды мы добавляем туда? Обычно. Яблоки. А какие ягоды? Ну, мы добавляем туда яблоки, виноград. Сейчас я покажу тебе. Молодец. Правильно. Сейчас я покажу эти ягодки. А ты скажешь, знаешь ты их или нет, хорошо? Mm-hmm. На что похоже? На что похоже? Похоже. На сушеный? На сушеный камень. На сушеные грибы, да? А может быть, все-таки он похож на сушеные... На что? Попробуй теперь, да. Вина, сушеное вино. Виноград. Правильно, сушеный виноград. Молодец. Сегодня будет из яблок и из изюма у нас компот. На целую неделю нам хватает одной кастрюли. Ну вот, примерно наливаем такую кастрюлю. Тут примерно, наверное, 4-5 литров воды. И... 5-6 яблок, примерно коробочка маленького изюма. Значит, довожу до кипячения, до бурления воды, до кипения. И потом выключаю, ставлю на маленький огонь. И часа 3-4 стоит на маленьком огне, накрываю крышкой, чтобы вода зря не испарялась. Обычную крышку. Эту крышку я обычно сначала не одеваю, чтобы он не перекипел, когда включаю. А так вот захотел показать. Такая крышка. Вот. Закипает, однокрываем и на маленький-маленький огонь, малюсенький, на самый маленький, что можно, и потом он 63-4, еще раз повторяю, потом остывает, дольше всего, наверное, часов 6 остывает, и так сам по себе. Да, распределяем по банкам, и в холодильнике он может стоять где-то неделю. Потом начинает закисать, потому что тут ни антибиотиков, ничего нету, ни сахара, которого естественно, поэтому неделю держится. И примем такие бутылки, такие с таким горлышком. Вот продукт наших, так сказать, стараний. Около 5-6 литров нашего компота, который будут употреблять детки, взрослые, вместо всяких сахарных напитков, которые убивают, разрушают. Это здоровье. Компот, ребята! Вроде от немецкого слова компот. 6 литров компота получилось. 5-6. Ура! На неделю хватит.